гнем. Воу, я на босса, ребята, забрался. Смотрите-ка, просто катаюсь по боссу, он в меня пытается стрелять. Все, лазерная пасть попала в мою ловушку. Она ничего мне не может сделать. Смотрите, я просто залез под нее и все. Ребятушки, всем здорова, и с вами, как всегда, ребята, Артимен. Ребята, в этом ролике, короче, ребятки, все 18 танков будут сражаться, ребята, с боссом лазерная пасть вместе, ребята, с бустером. Авиаудар. Дервишки, вот этот вот бустер, который, собственно, запускает бомбовые удары, ребята, по противнику, которые такие на парашютиках еще прыгают. Короче, ребятки, все будут сражаться. Начинаем, как всегда, с первого танчика. Кобры, ты перед началом подпишись, поставь лайкос. Начинаем. Ребятушки, наш первый бой на танке Кобра начинается прямо сейчас. У меня бустер авиаудар, ну что, давайте сразимся с этим босярой. Босяра у нас, ребята, лазерная пасть, как вы все видите. Да, этот мощный босяра, во, он в меня в полете стреляет, вы это видели? Жесть, вот это я понимаю. Так, да, ребят, этот мощный босс, он, кстати, активненько в меня пытается стрелять своей вот этой лазерной пушкой. Но у него, наверное, ничего не получится, ребят. Так, смотрите, у него уже примерно половина жизни осталось. Так, давайте шпонькаем его, побеждаем. На тебе еще, давайте, короче, не мага удар и посмотрим, что с ним будет. Вау, ничего, вау, офигеть, он его уничтожил. Ребятки, итак, следующий босяра у нас снова, ну конечно, ребят, лазерная пасть. У нас следующий танк, ребята, Джокер, я вот это хотел сказать, маленький проворный Джокер. Я, конечно, обалдел, как авиаудар, ребята, в прошлом бою, да, на Кобре уничтожил, ребята, собственно, эту лазерную пасть очень быстро, оперативно. Так, но у нас теперь, ребята, собственно, Джокер, и он, смотрите, нереально круто поливает босса своими мощными снарядами. Капец, просто, мне кажется, босс там сидит в шоке, что происходит, почему меня закидывают градом. Да, ребят, и вот такую фишку умеет проворачивать этот маленький танчик Джокер. Ну что, ребят, осталось авиаударом снова добить этого противника, этого босяру. Да, мы его побеждаем. Ребятушки, наш следующий танчик, это Титан, будет сражаться он против лазерной пасти. Итак, посмотрите на этого Титана, посмотрите, какой он крутой, какая у него мощная, ребята, пушка. Ну реально мощная пушка, кстати, да, и она перезаряжается дольше, уже гораздо дольше, чем у Джокера, ребят. Но наносит урона она, кстати, тоже немало. Просто, ребята, у босса лазерной пасти очень большая, как вы помните, броня. Реально большая, толстенная, у него много жизней. Подбить ее сложновато, ребята, но тем не менее, смотрите, сколько я уже выпустил снарядов. У босса уже остается мало жизней. Так, аккуратнее, аккуратнее. Ну что, ребят, я запускаю просто авиаудар. Он сделает свое дело. Давай, давай. Да, супер, ребята. Суперский бустер. Ребятушки, танчик Феникс, наш следующий танк огнеметный, будет сражаться против этого нашего босяры, против лазерной пасти. Ну что, лазерная пасть, ты готовься? Теперь Феникс. Феникс на тебя ездит со своим огнем. Вау, я на босса, ребята, забрался. Смотрите-ка, просто катаюсь по боссу, он в меня пытается стрелять, а я заехал ему на башню и сижу. Капец, чего я его переворачиваю? Да ладно, мой танк что ли тяжелее? Вообще, да, лазерная пасть какой-то будто бы легкий танк. Легко отталкивается, легко толкается. Очень это все странно и подозрительно. Воу, капец, он меня снова, ребята, атакует. Ну, короче, огонь-то у нас сильный. Мы уже почти этого босяру добили. Запускаем авиаудар. Блин, ну-ка, попаду, не попаду, попал. Да, ребята, попал, но последней бомбой. Я сильно далеко находился от босса. Блин, затупил. Все, давайте его так победим. Да, отлично. Ребятушки, следующий танчик баллиста с тяжеленными снарядами будет, ребята, сражаться с лазерной пастью. Вот сейчас посмотрим, сможет ли, ребята, баллиста оттолкнуть своими снарядами этого огромного сильного босса, ребята, который почему-то, на удивление, смотрите, легко толкается. Бум! А нет, не попал я, блин. Так, давайте попадем, как бы мне направить в нее ствол. Да! Смотрите, как она толкается жестко. Чпоньк просто. Если бы, ребята, танки здесь переворачивались, она бы сделала сейчас сальто по-любому. Блин, не могу попасть, она в меня попадает. Ё-моё, сейчас уничтожит. Просто жесть, ребята. Так, я кидаю в её удары, давайте ее победим. Да, это было, конечно, очень забавно. Ребятушки, наш следующий танчик — это башня. Высокий, ребята, длинный танк. И сейчас он сразится с этой лазерной пастью. Ребята, у башни вот такая вот мощная пушка, который, и танк вообще, который падает. Это единственный танк, который Hills of Steel может реально вот так взять и упасть на спину. Я такого еще раньше не видел. Ну ладно, ладно, давайте, конечно, побеждать. Побеждать нашего басяру, блин, меня атакует просто жестко. Алло, братишка, сейчас мы тебя атаковать будем тоже. Мы тебя сейчас победим. Блин, у меня уже жизни-то мало остается. Мы башню шатает из стороны в сторону. На, получай. Блин, все, жизни нету. А, давай, давай, авиаудар. Да, еле победил его.
Ребятушки, редкий танчик-жнец будет сражаться сейчас с лазерной пастью. Да, у жнеца, ребята, пулемет. Мощный, ребята, мощнейший пулемет. Вообще, это один из моих любимых танков, которые я использую для дуэли 1 на 1 и 2 на 2. Потому что, ребята, этот танк просто перестреливает всех, кого можно. У него мощная, ребята, атака, которая быстро перезаряжается, быстро наносит урон. И уже, смотрите-ка, уже саму лазерную пасть, я, можно сказать, ребята, победил. Осталось просто ее авиаударом чпонькнуть и... Да, отлично. Итак, ребятушки, а теперь следующий танчик. Катюша с ракетными снарядами будет атаковать лазерную пасть. Ну что, давайте начнем этот бой. Вот он наш танчило, заезжаем в эту горку, начинаем атаковать нашими ракетами. Блин, они все промазали, я промазал, капец. Давайте постреляем вверх, вниз, куда угодно. Кстати, если снаряды летят вверх, они потом падают и попадают, смотрите-ка, тоже в лазерную пасть, просто сверху. Блин, капец, как быстро снимает лазерная пасть мне жизнь. Смотрите, у меня была полная шкала. Капец это, ребят, реально очень мощный босс, очень сильный. И давайте, конечно, его добьем авиаударом. Без бустера тут просто не справиться. Ребятушки, следующий танчик. Это снова, ребята, тоже ракетный Атлас. Но, ребята, теперь у него ракеты самонаводящиеся. То есть они, по идее, сами направляются в цели. И вот так вот летят, попадают. Правда, почему-то не всегда и не все ракеты попадают, ребятки. Но, тем не менее, смотрите просто, сколько брони у лазерной пасти. Вы просто гляньте, сколько мне нужно выпускать ракет, чтобы снести их хотя бы половину жизни. Вы просто гляньте, насколько это реально мощный, серьезный, ребята, босяра. Просто Атласу реально тяжело сражаться. Меня уже босс загоняет в конец карты, блин, что мне делать, ребят, у него еще куча жизни, ё-моё. Так, давайте, давайте, конечно, отвлекуем авиаудара, бум, да, да, он уже начинал по мне стрелять. Ребятушки, следующий танк у нас это осадный, один из самых мощных, ребята, танков в игре. У него мощные, просто мощнейшие снаряды, которые вот так вот на части распадаются, как вы знаете. Давайте атаковать босяру, ну-ка, бум. Воу, неплохо, за один выстрел нормально так жизни снес, давайте еще разочек чпонькнем, да, во. Отлично, ребят, отлично, да, конечно. У осадного сразу видно гораздо сильнее пушка, смотрите, я уже почти победил босса, почти победил. Он меня еще даже не начинал тогда стрелять. Ну, ребят, по сути, последние выстрелы, все, но мы, конечно, добьем нашего босса, ребята, авиаударом. Да, ребятки, супер. Итак, ребятки, следующий наш бой против, ребятушки, лазерной пасти будет на танке Тесла. Да, вот она, Тесла электрическая, поэтому так и называется. Тесла, ребята, в честь ученого Никола Тесла. Короче, ребят, смотрите, вот она, электрическая Тесла. Собственно, своим вот этим вот лучом электрическим она стреляет, и это молния, луч. Я даже не знаю, что это, но, короче, ребята, это как-то создавал Тесла, этот самый ученый, ребятки. Но, тем не менее, мы босса-то уже почти, ребят, победили. Давайте, конечно, его добьем. Все, Тесла, кстати, нормально, так много урона наносит. Авиаудар добьет босяру, и мы его побеждаем. Ребятушки, следующий бой начинается. Лазерная пасть против, ребята, танка Мамонт. Эпический Мамонт с вот такой мощной, плазменной, какой-то электронной. Опять же, ребята, пушка, нереально мощный танк. Даже от своих же выстрелов в воздух летит, ребята, это просто жесть. Так, ну что, давайте, собственно, стрельнем в лазер. А, кстати, давайте-ка стрельнем авиаударом в самом начале боя. Посмотрим, сколько урона он нанесет. Вау! Чё-то как-то мало урона нанес, если честно. В прошлый раз половину жизни ведь снимал. А тут как-то слабенько, блин, давайте ее побеждать. У меня уже жизни не остается. А, капец, блин, лазерная пасть. Ё-моё, чуть-чуть остается жизнь. Да! Все, я с ней справился. Ребятушки, следующий бой начинается. Танчик, ребята, Арахнит будет сражаться против лазерной пасти. Вот она, еще у меня и в краске, ребята, имбирный пряник. Арахнит стреляет лазерными какими-то пульками. Запускаю авиаудар в начале боя, ребят, чтобы нанести как можно больше урона. Вау, кстати, смотрите, половину жизни сразу авиаудар снял, собственно, этой лазерной пасти. Осталось просто этого босса уничтожить до конца. Да, супер, мы его побеждаем. Итак, ребята, следующий танчик у нас будет сражаться Дюна против лазерной пасти. Вау, это эпический, ребята, танк, который стреляет каким-то гранатометом. В прямом смысле он стреляет гранатами, ребят. Плюс у него есть таран, да, мы можем вот так вот втараниться босса, просто встать вот так вот, таранить его бесконечно. Он нам ничего, просто ничего не сможет сделать этот босяра. Смотрите, ха-ха, жесть просто. Капец, все, лазерная пасть попала в мою ловушку. Она ничего мне не может сделать. Смотрите, я просто залез под нее и все, ребят. Ну что, давайте авиаударом добьем босса. Да, и это победа.
Итак, ребятушки, начинается следующий бой. Легендарный танчик Скорпион сражается против лазерной пасти. Вот он, наш легендарный танчила, который ударяет хвостом. Ударяется этой пушкой кислотной. Кстати, она наносит просто волненосное количество урона. Смотрите, боссу снесло уже половина жизни. И все, остался хвост. Хвост, добить ее хвостом, ребятки. И смотрите, все, у босса уже реально заканчиваются жизни. Просто два выстрела из пушки и один удар хвостом делает самые настоящие чудеса. Мы добиваем босса вместе с авиаударом. Да! Итак, ребятушки, Конг, легендарный танк, сражается против лазерной пасти. О, да, вот она, эта танчила, это горилла, которая дерется, ребят, кулаками и атакует, смотрите, вот такими мощными ударами может атаковать, и это просто жесть. Плюс она наносит просто обычненькие вот такие тоже удары, ребят, они достаточно, ребят, опять же, мощные. Атакуем еще раз ее, да, все, остается мало жизни в лазерной пасти, остается ее уничтожить авиаударом, и мы ее побеждаем, да. Итак, ребятки, легендарный танк Кракен сейчас будет сражаться против лазерной пасти. Легендарный Кракен, вы просто понимаете, насколько, ребята, это крутой и мощный танк. У него есть мощная лазерная атака, вот так вот, ребята, она работает, она просто жесть, какая мощная, смотрите, просто. За одну атаку, ребята, я снял почти все жизни этому боссу, ребята, все, ему просто ничего не остается, как, собственно, мне сдаться. Сдавайся, лазерная пасть, потому что у нас еще авиаудар, как минимум, да, мы ее побеждаем. Итак, ребятки, легендарный танчик Рекс, самый крутой танк этой игры, начинает свой бой против босса лазерная пасть. Вот она, этот гигант. Ну что, запускаем ядерную ракету, одну из мощных наших пушек. Вау, просто рядом попал с этой пастью, вы сами видели, ребята. Так, еще он, ребята, кусает босса, отталкивает в прямом смысле. Смотрите, как жестко он ее куснул и просто толкнул куда-то вдаль, на, получай. Так, ну что, лазерная пасть готова. Тебя ждет просто тотальное уничтожение. Запускаем еще раз ракетку. Бум! Получай, чуть-чуть урона я и нанес. Короче, ребята, ну что, Рекс уже почти ее победил. Давайте кинем авиаудар. Лазерная пасть. Пока-пока. Прощай, ты проиграла. Итак, ребятушки, все 18 танчиков игры Hills of Steel сразились с боссом лазерной пастью, с боссом авиаударом. И авиаудар, конечно, ребята, бустер очень классно помогает в сражении с боссом. И это очень классный бустер, ребята, особенно если вы вдруг проигрываете, можете внезапно взять его, запустить и выиграть. Если тебе понравился ролик, посмотри мои предыдущие ролики, как все 18 танков, ребята, сражались против босса Повелитель и Созерцательного. С вами был Артемейн, всем до новых встреч, всем пока-пока.